Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодняшнее мое видео будет о моем заказе Avon по первому каталогу 2018 года. Каталог, по-моему, действует с 1 по 22 или по 23, по 22 января. Я получила его, и сейчас пишу с вами поделиться, что же я заказала. Заказ мне не очень большой, но тем не менее. Так, первое я хочу показать, это был у меня вот такой вот набор. За 99 рублей он не обошелся, это какой-то я выполнила этап, легкий старт. Надо было заказать в предыдущем каталоге, по-моему, на 1600, и тогда мне можно было, мне предложили, в общем, заказать вот этот набор за 99 рублей, по-моему, как-то так. Если я что-то неправильно там говорю, ошибаюсь, то поправьте меня. Ну, в общем, что входило в этот набор, я считаю, что за 99 рублей это очень даже выгодно. Здесь у нас идет шампунь для всех типов волос, бальзам-ополаскиватель и сыворотка для интенсивного блеска волос. Вот, 250 мл, 250 мл, 150 мл. Драгоценные масла. Я считаю, что за 99 рублей очень мне повезло. Также я заказала еще вот такую туалетную воду за 49 рублей. Summer White. В общем, как-то так. Сейчас я ее достану. Там тоже было предложение в предыдущем каталоге. Если ты заказываешь на 1200, можно было какой-то приз выбрать за 49 рублей. Также там было, если ты заказываешь, по-моему, на 1800. Ну, в общем, какие-то этапы. И вот за 1200 я заказала. И мне вот такая туалетная водичка пришла за 49 рублей. Summer White. Запах такой, аромат приятный, ну, свеженький. Может быть, я даже и буду ей пользоваться, может быть, не буду, пока не знаю. Немножко не мое, но тем не менее, я считаю, что за 49 рублей надо было брать. Обязательно там, по-моему, была еще маска для волос на выбор, что-то еще, но я решила взять туалетную водичку. Далее, что я заказала, это был вот такой вот мужской гель. Бесконечная свежесть с ароматом бергамота и кардамона. По-моему, я его по фокусу заказала, и кажется мне, что это новинка. Запах очень приятный. Ну, в общем-то, мне все гели у Avon нравятся. Особенно мужские, у них у всех потрясающие ароматы. Ну, и у женских, в принципе, тоже. И также я заказала вот такой вот гель для душа женский. Он тоже шел по фокусу. По-моему, тоже это будет новинка. Здесь аромат граната и фрезии, крем-гель для душа. Ароматерапия. Запах очень вкусный, тоже такой приятный. Но мне почему-то пахнет яблочком. Не знаю почему. Следующее, что я заказала... Или я их в каталогах распродаж заказывала. В общем, я уже забыла, честно. Дальше я заказала вот такую пену для ванны. Чувственная роза. Это, по-моему, будет новинка. Очень красивое оформление. Такое сердечко. Ну, такая тематика, мне кажется, Дня Святого Валентина. Нравится мне. Я вообще люблю все розовенькое. Тут еще такое оформление. Классно. Я ее взяла, буду использовать как гель для душа. Пахнет вкусненько. Довольно-таки розой. Ну да, розой. Вполне себе приятный аромат. Далее, что я заказала, это вот такой вот, тоже опять же мужской гель для душа, по-моему, это шампунь гель для душа, ну как всегда, все в одно. Full Speed Intro, тоже аромат приятный. Ну я еще раз повторю, что мне все, у Avon все, что мужское, очень нравится, как пахнет, я его вот так поставлю. Далее, что я заказала, тоже по выгодной цене, туалетную воду Individual Blue Casual, как правильно. Я всегда говорю, что мой английский оставляет желать лучшего. Вот такая вот красивая эта упаковочка. Я в прошлый раз заказывала голубой Individual Blue, обычный, стандартный. Вот такой решила попробовать, тоже приятный аромат. Очень довольно приятный, такой свеженький. Дальше, что я заказала? Я заказала вот такой вот скраб для тела, шоколадное удовольствие. 200 миллилитров здесь у нас идет. Давно я в Avon'е не заказывала скрабики, раньше пользовалась, пахнет приятно. С шоколадом очень хорошо.
И также я заказала, там нужно было, в общем, тоже какая-то типа акции была, нужно было заказать какое-то средство, и тогда, ну, там на каких-то определенных страницах, и тогда вот этот вот крем миндаль и ландыш можно было заказать, по-моему, за 49 рублей. Я уже такой крем заказывала в прошлом каталоге, этот хочу подарить. Вот такой кремик. Далее детская. Я заказала вот такой озорной виноград. У нас нет еще такого. Это гель для душа, пена для ванны. Аромат вообще, конечно, потрясающий. Вот прям виноградом пахнет. На самом деле пахнет виноградом. И еще одна тоже вот такая вот детская штучка. Штучка-дрючка. Сладкие сны с ароматом лаванды. Детская пена для ванны. Средство для купания. Без слез. Тоже пахнет. Ну, лаванда я не скажу. Ну, пахнет приятно. Вот такое средство. Очень такие милые оформления у них, такое классное для деток, вот чтобы вам в душ принимать. Вообще супер. И также заказала вот такой вот крем для рук с овсом и экстрактом ромашки. Такое у него новогоднее оформление. Я тоже хочу его подарить, потому что я еще не всем подарила свои новогодние подарки. У меня такой есть, я вот заказала на подарок. И заказала я себе лак для ногтей от Марк. Цвет, в общем, вот я сейчас покажу цвет. Pampero Princess. В общем, какая-то там принцесса, не помню уже. Вот он, сам лак. Я, конечно, немножечко другой цвет ожидала увидеть. Не такой яркий. Ну, в целом неплохо. Он идет, по-моему, полуматовый. Какой-то сатин там идет. Здесь 10 миллилитров. Я накрасила только один ноготь, чтобы вам показать. Я сейчас временно пока не делаю себе маникюр. Потому что ногти начали что-то ломаться, крошиться, пока не крашу немножечко. Даю им передохнуть. Поэтому вот один ноготь сейчас накрасила. Правда, не очень аккуратно. Ну, уж не судите меня строго, пожалуйста. Сейчас покажу вам, как... Сейчас сфокусируйся. Вот. Цвет потрясающий. Немножко вот тут вот у меня... Ну, извините, неровно. Он действительно такой матовый. Эффект мне нравится, что он вот не переливается глянцевым цветом. Я буду заказывать еще такой лак, только в другом цвете. Потому что вот эта задумка мне понравилась. Классный лак. Ну, и цвет, конечно, тоже такой неплохой, но очень-очень яркий. Я почему-то на картинке там было немножко по-другому. Также я заказывала опять вот этот вот набор, как я всегда беру. Там идет каталог, по-моему, второй, наверное, или третий, в общем, ну, набор, и, ой, что-то я заговариваюсь, набор-каталог, в общем, туда идет, и пробнички. Значит, в этот раз у меня были пробнички, вот такой вот тональный крем, вот цвет, я не очень знаю, безупречный тон, не знаю, какой-то цвет, вот, я беру эти наборы, чтобы, ну, какие-то пробнички пробовать, туалетная водичка, чтобы потом что-то в полном объеме себе заказывать. Потому что, я говорю, у меня был большой перерыв в Avon. Я год почти ничего не заказывала. И вот что-то, чтобы знать. Также можно кому-то это подарить. И вот такой вот пробничек туалетной водички. И помада. Вот такая вот красивый цвет. От Марк. Это, по-моему, кстати, помада, как я в прошлом каталоге заказывала. Цвет такой вот... Это забыла, как называется... В общем, я вам покажу сейчас название. Ну, в общем, я такой цвет, по-моему, заказывала. И не знаю, давайте откроем, посмотрим. В принципе, я сделаю сводч, потому что мне тоже интересно. Я это заказываю для себя. Может быть, если и подарю, то только маме. Нет, немножечко другой цвет, но цвет очень классный. Посмотрите, какой. Я хотела заказать такую помаду в полном размере. Но в этот раз попробую, посмотрю, пойдет мне или нет. И, возможно, закажу. И также я не знаю зачем, ну как, я знаю, конечно, зачем, я хочу, еще раз повторюсь, хочу все попробовать, посмотреть, чтобы уже потом можно было в полном объеме для себя заказывать. Я не распространяю, как бы я всегда заказываю для себя все, ну или кому-то подарить. Вот такой набор, он называется, по-моему, для нового представителя, 275 рублей он стоил. Здесь у нас, ну я сейчас, конечно же, покажу, что у нас здесь есть. Много туалетных водичек, какие-то кремики для лица, ну и помадки, конечно же. Если интересно, давайте я быстренько вам покажу. Опять же, здесь был вот такой пробник тонального крема, только немножечко другой оттенок. Попробую, нюд, мне интересно. Ivory,
Это Ivory, это Nude. Затем вот такой вот крем для лица. Заряд энергии от New. Вот такая вот штучка. Штучка, матирующий тональный флюид. Идеальный тон. В таком цвете. Затем тоже New обновление. Дневной, полное обновление. Мультифункциональный дневной крем для лица SPF 20. Также New омоложение. Превосходство крем для лица. Затем вот такая вот сыворотка-корректор морщин с AF33, наверное, так, корректор морщин. Затем вот такая вот New Essential, в общем, и да, читаю супер, конечно. По-русски здесь нету ни слова, поэтому я не знаю, что это такое. Кто знает, напишите мне, пожалуйста, потому что здесь ничего по-русски нет. Затем вот такая вот штучка защиты и восстановления. Ночная маска для лица с гиалуроник трикс, видимо, с гиалуроновой кислотой. И еще один пробник тонального крема. Безупречный тон, цвет такой же Ivory, как в наборе у меня. Ну, в общем, вы поняли, в каком наборе. Дальше... Сколько получилось тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять пробничков вот таких вот кремов. Не знаю, как вам кажется, выгодно это получилось или нет, вот такой вот набор заказать. Ну, мне кажется, что в принципе имеет место быть, чтобы для себя посмотреть, а также кто занимается, кто распространяет косметику клиентам, положить в подарок, мне кажется, это очень... удачная, потому что потом, возможно, у вас закажут полный размер. Дальше здесь у меня будет, я сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать пробничков туалетной воды. Здесь разная, некоторые не видно, я уж не буду крутить. Вот какая, здесь не увидела, что. Здесь вот я так... Мэн, турбо, в общем, что-то мужское, не видно, просто я не кручу. Инконденсанс, раньше мне очень нравился инконденсанс, пурбланка я всегда заказывала. Здесь вот, к сожалению, не видно. Ну, потом открою, посмотрю, я, наверное, буду, может быть, даже дарить кому-то. Элит джентльмен, это тоже, наверное, что-то мужское, раз джентльмен. Little Red Dress, вот мне интересно, кстати, попробовать Little Red Dress. Black Dress мне очень нравится, а вот Red Dress... Посмотрим. Так, здесь не видно. Затем Cherish. Так. Avon Luck. Правильно читается. For Her Luck или Look Luck. Luck, наверное, да, правильно? Затем Today, Tomorrow, Always. И Full Speed Edit. Это мужская. Вот такие пробнички у меня. Я, наверное, уже затянула видео. Если кому не интересно, отключайте. Но я хочу показать. Поделиться с вами. И также посчитаем так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пробничков помад. Я не знаю, какие-то это помады. Губная помада Ультра. Будем открывать, смотреть, сводчи или не будет. Давайте посмотрим. Мне интересно, может быть, и вам интересно. Так, открываю. Цвет латте. Классно придумали с этими пробничками. Мне нравится. И давайте я его... Ой, ну, это же такой вот более коричневый. Я думала, похож на этот, но этот больше такой в красный уходит. А это вот классный цвет. Латте точно такой кофейный. Мне что-то стали нравиться сейчас коричневые помады. Но тут не все цвета мои, поэтому я, может быть, что-то отдам. Но попробовать могу, потому что если я буду отдавать, то маме... Вот такой пробничек. Цвет у нас идет... Айсид кофе. Что-то опять с кофе связано. Вот такой цвет. Посмотрите, сейчас я сделаю сводчик. Ну вот, это что-то наподобие вот этого уже, да? Посмотрите. Ну, тоже приятный довольно-таки цвет. Следующий пробничек открываем. Это тоже у нас. Нет, это губная помада матовое превосходство уже идет. Та была ультра тоже. Матовое превосходство. Смотрим. Цвет. Ну, фокусируй. В общем, какой пинг, пурая пинг. Я не хочу читать, потому что не очень. Вот.
Ну, тоже интересно, но они все как-то более перекликаются между собой. Матовые помады мне что-то сейчас стали нравиться. Следующая помада это Ультра тоже. Опять-таки. Открываю. Я уже, наверное, затянула видео. Никому, кому не интересно, говорю, отключайте. А то начала тут пробники показывать. Цвет вот такой. Паут. Там буква Т стерлась. Вот он. Смотрите, немножечко как бы сломанный краешек. Это не я сломала, он такой и был. Так, красим. О, вот этот цвет классный. Вот это мой. Мне все такие, знаете, светленькие больше идут цвета. Хотя, может быть, мне просто так кажется. Упс, следующий очень яркий прям. Это тоже ультрагубная помада. Очень такой яркий красный. Сейчас достану, посмотрю. Цвет Red 2000. Открываем. Вот, красота. Вот это уже я испортила его. Сама. Ох ты! Ух ты, вы посмотрите. Прямо яркость яркая. Так, давайте следующий. Это тоже помада Ультра. Цвет такой интересный, красивый. И название очень длинное. Так, вот он. Красивенький цветик такой. Розовенький, такой я люблю. Ну, красный вы посмотрите, прям такой глянцевый, яркий, насыщенный, красивый. Но это только куда-то на выход. Я красными вообще помадами не пользуюсь. Так, еще один образец помады с эффектом объема. Это у нас идет помада какая-то. Тоже какао. Вот такой вот цвет, в общем, название. Открываем. Так, вот он этот цвет. Ева тут меня немножко отвлекла. Тоже такой в коричневый уходит. Много у меня таких коричневых цветов. Очень хороший. Я вот как это, как свинота уже все попортила. Вот посмотрите. Так, ну и еще один пробничек. Вот, кстати, смотрите, он сломанный. Даже видно в упаковке. Это не я сейчас буду свинотой и сломаю его. Тоже с эффектом объема. Это губная помада. Открываем. Достаем. Вот смотрите, я еще ничего не открывала, она сломана. Лак, очень красивый цвет, мне нравится, тоже, правда, яркий. Так, показываю цвет, какой-то Matte Fo, не буду дальше читать. Вот она сломана, видите, как обманули меня. Вот она, такая. Ну, ладно, бывает, что теперь я для себя... Это же не полноразмерный цвет. Ну, тоже такой вот, как-то вот на этот больше похож. Такой чуток сиреневенький, наверное, да? Ну, красный вообще обалденно смотрится. Вот такие пробнички. Вот кому было интересно, может быть, вы для себя увидите, закажете, может быть, какую-то теперь из этих помад. Ну, вот и все, в общем. Ну, также были фокус, распродажи, каталоги. В общем, это я все уже показала. Такой вот у меня был заказ небольшой. Но я считаю, что довольно-таки интересно, мне все нравится, все супер классно. На этом я буду заканчивать свое видео, кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, я буду готовить для вас новые видео, новые обзоры. На этом все, всем пока-пока и до новых встреч, пока!